Ребята, всем привет, с вами Александр. У нас осталось 3 дня до окончания альфа-теста второго сезона в Sandbox, да, метавселенная наша. В общем-то, у вас еще есть целых 3 дня, чтобы успеть выполнить эти квесты. Ну, на самом деле, там нужно собирать сколько нужно, 150 заданий или сколько там квестов суммарно надо выполнить, что-то я не помню. Ну, в общем, чтобы набрать 5-й левел. То есть, нужно набрать 5-й левел, для этого не нужно проходить все квесты, там квестов намного больше, то есть, там, наверное, десятка 2 квестов в запасе. Ну, как минимум 10, так точно, в запасе, потому не обязательно вычищать все, вот как сделал я. Я просто продолжаю, как бы, ну, играть, грубо говоря. Ну, наша главная задача — это набрать левел 5, чтобы было у вас здесь 50 из 50. Это 50 квестов именно на 5 уровне нужно было набрать. Так, а у нас тем временем появились последние задания. Это у нас были альфа, ну, в смысле, джем 06 и джем 07. Это, в общем-то, не обязательные задания, они, то есть, вам не дадут вот этот прогресс по тикетам. Но я их выполняю, то есть, на одном аккаунте я делаю все, абсолютно все стараюсь сделать, то есть, ну, буду проходить все карты, но фиг его знает, может, там какой-то бонус играет. Также там в разделе «Контест» выполните все, что у вас осталось, там напишите отзыв, подключитесь в Discord, подпишитесь на те все каналы, которые не просят, ну, может, это повысит шанс победы, кто его знает, может, просто дополнительные какие-то плюшки будут выдаваться, какие-то NFT-шечки, может, раздадут, потому мы играем. Итак, ребятки, в общем-то, у нас джем 07, необязательное задание, продолжаем. Что у нас здесь происходит? Город умирает от жажды, да, мы сейчас только рыпнемся, у нас вот такой вот прекрасный скин, мы какой-то Д'Артаньян, кстати, сзади это карта, она показывает, где мы находимся, и оранжевые точки или красные, кому как больше нравится, это компьютер, который надо включить, вот те компьютеры, которые у нас за спиной, они выглядят вот так же. Так, в общем, да, вот это произошла вот какая-то лабуда. Так, ну давай, может, ты на этот раз не будешь глючить. Никаких, ну, задания это нам появится хоть как какое-то. Пока что жизнь не отнимается еще, то есть в городе ничего не сломалось, я так понял. То есть надо подождать, что ли, какое-то время? Не помню. Это, кстати, компьютер номер 2 здесь находится. О, вот, вот уже начало, короче. Но пока что это я не могу активировать. Это мы сюда должны прийти пунктом номер 2. После пункта номер 1. Эти гаврика можно убивать. Возле воды мы можем хиляться. Вот, пошел хил. О, все, вот с ним поговорили. И он нам говорит, что нужно включить охлаждение. Вот первый наш компьютер. Ну, глючное, как вы видите, это все дело. Вот, мы запустили. Вот здесь. Это мы запустили. Первую, Cloud Machine. Так, погнали дальше. Ух ты, это что, обезьянка или котик? Непонятно. Эти уже опять появились, да? Ну, они хиленькие. Можно тут немножко отхиляться. И мчимся дальше. Говорим вот с этой горящей головой. Она исчезает. Активируем. Так. Вот это. Вот. Должна закружиться вот это вот лабуда, колесо. И тогда все окей. И робот побежал, короче, что-то там куда-то включил. Идем дальше. Тут ничего интересного. Здесь тоже ничего интересного. Так, у этого охранника нам нужно тут кое-что спионерить. По-моему, сначала... Подожди, тут... Вот говорящая голова пропустил. Она сейчас... Она... Еще нет, значит, нам надо сходить сначала до компьютера. Там, там есть другая говорящая голова. Я один раз прошел, еще не все запомнил. Вот здесь. Так. Теперь мы подходим сюда, и нам тут скажут, что нам что-то там надо.
Надеюсь, уже сработала эта тема. Потому что у этого охранника нужно взять ключи. Сейчас должна... Во. Вот. Ключик у него мы типа украли. И все. Но как... Все. Запустили эту штуку. Идем дальше. Так, пропусти. Так, вот, давайте к водичке подойдем. Отхиляемся на всякий случай. Так, последний компьютер находится вот здесь. Вот говорящая голова. Так, и нам нужно получить этот ключик. Но они, видите, как нас не преследуют. Вот. И все. Нам дают ключик. Идем с этим ключиком обратно. Все, мы включили. Все дело разлучилось. Ключик у нас пока что остается. Я, честно говоря, не знаю, он нам вообще надо или нет. Идем сюда. Открываем двери и сваливаем. Вот здесь, короче, платформа. Ну, ключ, по-моему, нам уже не надо. И нам нужно забраться на самый верх башни. И там будет стоять человек-свинья в буквальном смысле. И нужно будет с ним поговорить и забрать с собой. Так, этих надо уничтожить, по-моему. То они нам не дают лестницу спустить. Вот, появилась лестница. Мчимся вверх. Включаем эту лабуду. И вот по вот этим штукам нам нужно поскакать. В принципе, покажу вам лайфхак. Вот если вы здесь падаете, можно запрыгнуть на вот этот вот щит. Ну вот, как я, допустим, упал. Вот на вот это даже. И потом можно отсюда перепрыгнуть уже, по-моему, даже сразу на вторую. Сейчас попробуем. Да, можно. Вот сюда запрыгнули. Потом сейчас на лестничку идем. На лестничку. Немножко паркурим по вот этой штуке. С шифтом легко сюда допрыгивается. Так, давайте ключ этот выбросим. Так, теперь у нас здесь есть парочка компьютеров. Encrypted message. Ну, тут смотрите. 44 это первая буква D. В общем, тут нажимаете дата. Здесь то же самое. У нас код 7379. S, вторая Y, значит это Asylum. Так, вот нам дали сервачок. И нам нужно их разместить вот туда. Они, в принципе, у нас как бы бесконечны, что ли. Все, оставляете его тут. И открылся нам вот этот проход. Не знаю, я до конца, ребята, может, не буду показывать, потому что у меня с паркуром не очень хорошо. А тут паркур такой неинтересный. Вот. Вот это был, короче, шедевр. Нам нужно теперь прыгнуть на вторую платформу. Там будет такая же штукенция. Ну, я фартовый, реально. Я уже упал бы. Если бы не на запись было, я бы уже упал 10 раз. Не будем, короче, спешить. Не знаю. Докуда дойду, до туда дойду. Не знаю, если буду не в духе, то не буду вам до самого верха скакать. Там просто уже паркур чисто технический. Допрыгать надо и все.
Так. Уже ничего здесь, никаких загадок, ничего не надо будет разгадывать. Ну, вот этих вот гавриков тут надо подлечиться, подхиляться. И вот этого, наверное, завалить стоит. Потому что он будет ваш дэмажить. Ну и вы, скорее всего, падать будете сюда еще не один раз, потому его все равно рекомендую завалить. И отхиляться. Чтобы вас случайно не убил вот второй. Вот там сейчас. А, есть еще у нас говорящая голова здесь. Так, ну нам уже вот туда, по платформам вот надо допрыгать и все. Как бы ничего такого сложного больше здесь нет. Так, тут где-то USB-шку надо взять. Вот USB-шка. Вот, впихнули туда и заработал вот этот лифт, на который я не успел. Ну все, ждем и, в общем-то, сюда мы будем падать еще, думаю, много раз. Вот с тех платформ. Ну я покажу, что у меня получится, а дальше там как бы сами решите. Так, кстати, в конце вам нужно будет прыгать вот. Там будет такой вот выход от свиньи прямо вверх. И вам нужно прыгнуть не прямо, а с максимального разбега вот в эти кубики, это облако, немножко вот по диагонали, на 45 градусов. И вот вы упадете вот буквально в начало карты. Свинью вам нужно вернуть туда, вот откуда вы начинали. Все, если вы становитесь на край этой платформы, то вы допрыгиваете обычным прыжком, без шифта. Это как бы такой немаловажный момент. Так. А, вот все, в общем-то, мы даже до свиньи. Все, я вам показал. Вот этот USB-ключик, он никуда не нужен. Вот свинья, говорите с ней. Не забудьте свинью забрать, а то будет epic fail. Просто Ешечку нажимаете, у вас вот так вот свинья вместе с вами. И вам вот сюда. Ну, вот как-то так. Вот. И вот сюда вы ее возвращаете. Все, Виктори, 3 из 3 квестов. Не знаю, может, какой-то квест здесь не нашел, но... Так что переходите, в общем-то, ссылочка в описании, кто хочет поучаствовать. Напомню, что награда, если вам повезет, там лотерейные билеты ваши сыграют, то это награда 1000 монет сент. И это в районе 3000 долларов. Ну, плюс-минус. Так что пробуйте.